Сегодняшний обзор мы посвятим компактному настольному ПК Acer Aspire X3810. Комплектация ПК стандартная. Клавиатура, мышь, кабель питания, документация и два чистых диска DVD-R для создания резервной копии операционной системы при первом включении. Aspire X3810 обладает компактным корпусом всего на 10 литров. При этом качество сборки хорошее. Все панели подогнаны четко. Нет ни люфтов, ни скрипов. На глянцевой передней панели разместился спрятанный в корпус оптический привод. Ниже расположился блок разъемов. На верхней панели решетка для дополнительного кулера. Это позволяет полностью исключить перегрев настольного ПК, так как обдув системы в этом случае происходит с двух сторон, сверху и справа. Acer Aspire X3810 поддерживает как вертикальную, так и горизонтальную установку. Это существенно облегчит выбор места для компьютера. Клавиатура, идущая в комплекте, полноразмерная. Клавиши большие с плавным ходом. Мышь также не вызывает нареканий. За производительность в Acer Aspire X3810 отвечает Intel Core 2 Duo i7500 с частотой 2,93 ГГц и 2-гиговая оперативная память DDR3. А вот жесткого диска не так много, всего 320 ГБ. Видеокарта скромная, ATI Radeon HD 5450 с объемом памяти 512 МБ. На задней панели разместились разъемы PS2 для клавиатуры и мышки, 4 USB, LAN, HDMI, 5 аудиоразъемов, выход SPDIF. На передней панели расположился картридер 5 в 1, поддерживающий форматы MMC, SD, XD, MS и MS Pro, разъем FireWire, выход на наушники и микрофон. DVD Super Multi также находится на лицевой стороне. Aspire X3810 поставляется с платформой Microsoft Windows 7 Home. Здесь много предустановленного программного обеспечения. 60-дневная пробная версия Microsoft Office 2010, Nera Start Smart, антивирус McAfee, Norton Online Backup, Acer Game Zone консоль и другие. Такого набора программ достаточно для полноценной работы на компьютере сразу после покупки. Aspire X3810 – это домашний компьютер с хорошей производительностью, собранный из качественных материалов. Плюсы данной модели – это корпус объемом всего 10 литров, обилие интерфейсов, предустановленная операционная система Microsoft последнего поколения Windows 7 Home Basic и строгий дизайн. К минусам можно отнести лишь недостаточно объемный жесткий диск, который, впрочем, при желании можно расширить. А в остальном Acer Aspire X3810 – отличное решение настольного ПК для всей семьи.